Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего YouTube-канала, с вами Артём, и сегодня мы рассмотрим мод из игры Starbound, который называется A Fracken Noodle Venda. Вроде все правильно, надеюсь, да, если нет, поправьте. В общем, дает нам вот такую декорацию. Я думал, что это декорация, но это не декорация. Так, это вот такой вот ларечек. Делается он вот здесь вот, в верстаке. Вот, и он стоит из 5 медной проволоки, 1 аккумулятор, 2 печатные платы, 10 слитков титана и 2 серебряных слитка. И он дает вот такой вот прикольный миленький ларечек, в котором можно покупать хавку. То есть, если вам впадло ее выращивать, а вот у бабла у меня, к примеру, много, вот, но выращивать мне, времени нет смысла ждать, взял, купил. И причем это можно поставить на базе, то есть ты будешь покупать всю хавку прямо на базе. То есть... Вообще шикарно, я считаю, что реально взял, все, что тебе... Так, стоп. О, это бывает. Это мой глюк старый добрый. Так, давайте-ка на полигон тэпнусь. А вот, это у меня там один мод слегка мозги мне парит. Вот. И, в принципе, этот вот ларечек можно будет использовать, покупать... всю хавку. К сожалению, продажи здесь нет, а так был бы идеальный магазин по покупке и продаже, в принципе, всех, ресов, какие вы там набираете, какие вам не нужны, чтобы как раз-таки поднабрать денег. Вот, давайте даже что-нибудь купим в магазине. Так, стоп. Ну, давайте суп купим и съедим его как раз. Так, этот супчик чисто сытость добавляет. Ну, там некоторые еда здесь в этом ларьке. Ну, вот, например, только вот это новое. Все остальное... А, и вот, кажется, риф-кола. Не знаю, была она или нет. А все остальное, в принципе, можно в обычном... в костре сделать, в станции по производству еды. Я не помню, как она называется. Пусть будет кухня. Вот, там можно все это как раз-таки произвести, всю еду. И, здесь только... В принципе, здесь не нужно производить, здесь все можно купить. Я считаю, что неплохой ларечек. Если бы можно было еще и вещи туда продавать, это ему вообще цены не было. Ну, а на этом я закончу обзор данного мода. Ссылка на мод будет в описании под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока.